А, черт, прости, мужик. А за что прощать-то? Батядька говорил, не стесняться своих членов. Тем более такого хорошего размера. Нормальный дрын. Батянька хороший совет дал. Он станет больше, если его придушить. А иногда я так ожесточу на лебодю, что нахрен кожу рву. Ну мне батянька тоже советов подкидывал, как типа кожу не рвать. Просто надо не руками все делать, а ртом. Ну не своим, конечно же, своим проблематично. Хотелось бы заценить. Но я тебе с удовольствием покажу.